Приветствую вас. Меня зовут Да. Иван. Я рад представить вам дистанционную техническую поддержку онлайн. Мы стали зависимыми от интернет-девайса, но не все овладели навыками их использования, да и новая умная техника более подвержена различным сбоям в работе. Почти каждый сталкивался с программными сбоями в работе техники. Проблема существует, и появилась она не вчера, а значит, должны быть варианты ее решения. Представляю вам основные методы решения. Все они связаны со значительной потерей времени. Ни один из приведенных методов не поможет решить вопрос здесь и сейчас. Если не получилось самостоятельно решить проблему, то придется под кого-то подстраиваться и ждать, во сколько же обойдется вызов мастера или поход в сервисный центр. Благодаря своему опыту в сервисе я нашел новое, более комфортное решение. Онлайн, дистанционная техническая поддержка, готовая в любое удобное для потребителя время проконсультировать и обучить пользователя, а также устранить проблему в работе программного обеспечения компьютерной техники и мобильных устройств. Как я уже говорил, сервис действует дистанционно, то есть потребителю больше не нужно приглашать мастера домой или отвозить технику в сервисный центр и на время расставаться с ней. Помимо консультации и обучения, специалисты онлайн подключатся к устройству клиента через интернет, смогут выполнить диагностику техники и устранить проблему, например, избавиться от компьютерных вирусов, повысить быстродействие, увеличить срок автономности, установить или удалить софт. Также это хороший способ демонстрации потребителю, как работает та или иная функция. Наш сервис рассчитан на розничного потребителя и предоставляется на условиях подписки. Также предусмотрены кросс-продажи лицензионного ПО и страховок. Наш целевой сегмент – это пользователи компьютеров, планшетов, смартфонов с доступом в интернет. Все пользователи в возрасте 55+, и женщины в возрасте от 25 до 54 лет. На начало года наша целевая аудитория составляет почти 12 миллионов человек. Мы планируем за ближайшие 1,5 года подписать пользователей на 180 тысяч. Немного позволю себе, я занимаюсь сервисом более 15 лет. Участвовал в создании нескольких сервисных проектов, которые сейчас работают и радуют своих клиентов. В данный момент у нас есть рабочий прототип с командой технических специалистов и контрактом, который окупает сегодняшние операционные затраты проекта. Но для развития нам нужны инвестиции в размере 100 тысяч, которые пойдут на продвижение и развитие сервиса. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. У нас уже есть первый вопрос от Антона. Пожалуйста, Антон, вы можете включить ваш микрофон и задавать вопрос. Да, всем привет. Меня слышно? Да, слышно, отлично. Очень хорошо. Супер. Кирилл, интересное предложение. Первый вопрос, чем отличается от доброго TeamViewer, который уже многие-многие годы помогает фрилансерам? TeamViewer – это инструмент. Мы же служба поддержки, которая там благодаря TeamViewer в том числе как бы помогаем пользователям. А, то есть у вас фишка в том, что вы инструмент плюс некий колл-центр. Да, мы непосредственно дистанционная техническая поддержка. То есть когда у розничного потребителя возникает вопрос там, сложности с техникой, мы ему помогаем. Помогаем голосом, чатом, TeamViewer и другими инструментами. Если все-таки возвращаться к вопросу, то технически какая-то изюминка у вас есть? Какое-то отличие от TeamViewer? Ну, мы используем TeamViewer как инструмент. То есть TeamViewer это по большому счету софт, да? Это способ подключения к удаленному компьютеру, ну, или по другому девайсу. А, все, я вот почему-то понял, что вы свой инструмент делаете. Нет, мы как раз поддержка. Тогда вопросов нет. А можно? У меня есть вопрос. Александр Чачава. Проект Flask, Евгений, я как бы вижу, и мы изучали несколько похожих проектов. Расскажите про backend, то есть вы все услуги планируете сами обеспечивать, или, ну, то есть своими ресурсами, или строить какую-то франшизную модель. И второй вопрос, как вы будете быстро расти, то есть будете там через какой-то ритейл идти, через каких-то сервис провайдеров, или сами user acquisition воронку будете настраивать. Смотрите, как бы мы пока как бы все делаем самостоятельно, то есть на данном этапе франшизы не рассматриваем. По поводу роста, заниматься прямыми продажами сервиса, а не через партнеров. Позволю себе вмешаться, очень плохо слышно, и у нас еще есть вопрос от Кирилла Волошина. Кирилл Волошин, пожалуйста, задайте ваш вопрос.
Здравствуйте, спасибо за презентацию. Подскажите еще раз или покажите слайд про целевку. Что-то галлюцинация какая-то случилась. У вас там, с одной стороны, вроде бы все пользователи смартфонов и прочего, с другой стороны, женщины, женщины бальзаковского возраста. Как бы рассматриваем, ну, там, на ближайшие полтора года, в первую очередь, рынок Украины. На рынке Украины есть почти 26 миллионов, как бы, пользователей интернета. Из них есть, как бы, целевые для нас сегменты, да, это, как бы, пользователи в возрасте, там, без гендерного, да, различия, это те, которые там в возрасте 55+. И есть, как бы, второй целевой сегмент, это женщины в возрасте 25 до 54. Простите, могу добросовестно ошибаться. У меня ощущение, и, собственно, у меня родители примерно в ту сторону, что пользователи 50+, это люди, которые не гуглят. Это люди, которые говорят: сыночек, дочка, внучек, я уж не знаю. Согласен полностью. Подсоби. То есть какой, извините, вопрос тогда, какой канал основной вообще тогда? Таким... Так, этот... Для людей, которые не гуглят, как бы есть дети и родственники, да, у которых, как бы, наверное, там часто возникает, как бы, из-за вопросов там и потребности в помощи своим близким, как бы, терять там время, нервы и так далее. И проще, как бы, им купить такой сервис, например, на год, куда, как бы, 24/7 люди могут звонить, если неудобно писать, и им там всегда помогут. А основной канал в итоге сейчас маркетинговый, который привлекает? Основной канал – это SMM и Google. Понятно. Ну, плюс, как бы, нужно популяризировать сервис, там, как бы, это часть уже пиара, да, чтобы люди вообще, как бы, знали о том, что есть такой сервис, да, у нас, как бы, мы сейчас боремся с тем, что, как бы, человек не может себе представить, что такой сервис возможен, и, соответственно, его не ищет. Тогда, простите за занудство, у вас целевая аудитория не пользователи 55 лет, а дети… Дети, людей после. Это в том числе. Мы выделили самые основные категории, которые, как бы, мы там чуть-чуть протестировали уже. Спасибо. Ну, большое за ваши вопросы. У экспертов наших. Хорошо, Алексей, спасибо за твой комментарий мне лично в чат. Спасибо за выступление. Если у экспертов больше нет вопросов, мы можем переходить к следующему проекту. Да, большое спасибо за возможность выступить и за вопросы. Хорошо. Так, следующий участник у нас Аларика. Пожалуйста, запускайте вашу презентацию. И важный момент. Предприниматели, включайте ваше видео. Ведь хочется увидеть и вас, как вы презентуете, отвечаете на вопросы. Поэтому не только презентацию, но и ваше видео, пожалуйста, включайте.